Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня мы будем тестировать новинку из каталога номер 12. Это долгожданная серия, которая содержит на 95% натуральные ингредиенты. Серия очень красиво называется Beautanicals, и я в руках сейчас держу шампунь для волос, он с дозатором, что очень-очень удобно, и кондиционер для волос в тюбике. Объем шампуня 250 мл, кондиционера 150. Итак, на 95% натуральные ингредиенты. Здесь в состав входит 8 минералов, полезных для кожи, головы и для волос: кальций, фосфор, калий. То есть эти минералы отвечают за то, чтобы укрепить, восстановить, увлажнить волосы, а также экстракт жимолости, который тоже благоприятно влияет на наши волосы. Сейчас буду пробовать эту потрясающую коллекцию. Я очень трепещу и надеюсь, что мне понравится, и хочу показать вам шампунь, какой он в использовании. То есть дозатор нужно повернуть в сторону, то есть мы повернули, и легким нажатием руки, сначала пустая трубочка, мы вот так вот нажимаем, и пошел шампунь. Я просто хочу посмотреть, как он, его концентрацию. То есть вот он достаточно густой, слегка белый. Пахнет вкусно. Ну, это не такая прям вкуснятина, что хочется съесть, а просто чувствую, здесь скорее всего это и есть вот жимолость, потому что очень приятный такой растительный аромат. Очень вкусно. И, кстати, что-то очень напоминает. Итак, я сейчас буду пробовать и к вам вернусь чуть позже. Итак, первый этап я сделала. Я помыла волосы с шампунем Beautanicals. Кстати, забыла сказать, что шампунь не содержит парабенов и силиконов, и я знаю, что для многих это очень и очень важно. По ощущениям рассказываю. Легкая пенка получается, если вот прям взять шампунь и вспенить в мокрых ладошках, как я обычно делаю, получается хорошая такая густая пушистенькая пенка. Очень хорошо промыла волосы, два раза сделала, как обычно я мою волосы. Немножечко просушиваю всегда волосы перед нанесением кондиционера или маски, чтобы подержать подольше. Кстати, в рекомендациях написано, что кондиционер наносить после мытья, нанести от середины волос до кончиков, распределить и смыть. То есть не написано, что нужно держать 2-3 минутки или 5, как обычно. Поэтому я сейчас нанесу кондиционер, как написано по инструкции, сразу его смою, а в следующий раз, когда буду делать очередную мытье головы, я подержу, как я люблю, подольше. То есть я обычно наношу кондиционер или маску и одеваю нашу фирменную шапочку и хожу 15-20-30 минут, то есть столько, сколько позволяет время. Поэтому сейчас перехожу ко второму этапу — кондиционер для волос. Как это будет выглядеть? А, ладно, покажу. То есть я распутываю тюрбан свой. Хочу вам просто показать консистенцию кондиционера. Открываем крышечку. Хорошо, что крышечка хотя бы вот так открывается, а не откручивается. Хотя я больше люблю, когда все с дозатором. И консистенция кондиционера. Он такой жиденький, жиденький, красивенький. У него должен быть точно такой же аромат, потому что серия состоит из одинаковых компонентов. Очень красивый, просто белый красивый кондиционер. Я наношу чуть побольше, потому что у меня волосы длинные и сухие, очень сухие. Распределяю так прям на ладошках и переношу на волосы. Надеюсь, вам видно хорошо. Просто распределяю по всей своей гриве, не забываю про свою длинную челку. И вот таким образом, вот так, вот так, вот так распределяю, и можно будет сразу смыть. Ай, как вкусно пахнет, таким прям вот натуральным, зелененьким. Ах, хорошо, прям очень хорошо бодрит. Все, вот мне достаточно было этого кондиционера, примерно столовая ложка с бугром, как я обычно и наношу. Хорошо распределяется за счет того, что он не густой, прям такой вот не липкий, он хорошо лег по всем волосам. Все, и сейчас буду смывать. Скоро к вам вернусь, уже с сухой гривой. Итак, я помыла голову, сделала кондиционирование вместе с вами и высушила волосы. Какой получился результат?
Сказать, что я в восторге, это просто ничего не сказать, потому что волосы, посмотрите, в каком состоянии. Они настолько пышные, рассыпчатые. Я таких волос у себя 100 лет уже не чувствовала, потому что они у меня настолько сухие, и чтобы их сделать такими вот воздушными, послушными, мне нужно делать долго-долго маску держать, потом выглаживать волосы нашими маслами. Сейчас же я просто помыла волосы, нанесла кондиционер, но кондиционер я держала, то есть не держала, я сделала по инструкции, я его нанесла и сразу смыла. Что я заметила? У меня волосы не расчесывались так хорошо, как хотелось бы. Все-таки недостаточно были напитаны они кондиционером, поэтому я делаю вывод: кондиционер нужно подержать хотя бы 5 минут, как обычно это пишут на кондиционерах. Я буду так делать. Далее я нанесла 2 капельки для кончиков волос сыворотку, это помогло мне легче расчесать волосы, но результат в любом случае меня очень радует. Это видно, мне кажется, по моим волосам, какие вот они воздушные, как они летают, какие они невероятные. Вот, я надеюсь, мой восторг, мои впечатления вам передались, и вы тоже попробуйте эту серию и напишите в комментариях, какой у вас результат. Мне кажется, он должен у всех быть классный, потому что мои волосы капризные, и если им нравится, значит понравится и большему количеству людей, большому количеству людей. Все, я забалтываюсь, я убегаю на съемки, мы будем сейчас распаковывать весь наш заказ огромный. Я вам всем желаю красоты, чудесной шевелюры, пусть ваша грива растет, радует вас и окружающих. До новых встреч, с вами была Лилия Донскова и наши новички, серия Beautanicals без парабенов и силиконов, но зато круто. Пока-пока!